10 числа пришли с работы вечером, легли спать, как обычно, все нормально. Ночью, то есть я времени не знал сколько, ночью просыпается жена, говорит, пахнет гарью. Я выбегаю на лестницу, у меня под ногами огонь. Я на первый этаж забежал, чтобы ну, попытаться как-то потушить воду, включить. А уже с водой, когда включил шланг, подсоединил, выбегаю, там уже окно. Это огонь. Выбили окно, вылез. И начал детей со второго ловить с женой. И как бы к соседям вызвали этот момент пожарных. Пожарные приехали. Тушили, да, что он сгорел за 28 минут. А можете показать, откуда начался вообще сгорание началось? Вот, получается, вот здесь была пристройка и вот с дальнего угла. А почему у вас изначально была версия поджога? Ну, потому что там ну, не могло, там ни электрики, ничего не было. То есть там как было вообще закрыто помещение было там. То есть даже фундамент до конца был не доделан. И то есть там земля вообще, то есть, ну, вообще, то есть с нежилой части загорелась. Понял. То есть там ничего не могло сгореть, кроме как поджог. Здравствуйте, я Виноградова Екатерина Николаевна. Пожар произошел 14 октября в ночь, с 13 на 14. В этот момент нас не было дома, и утром, когда сообщили нам соседи, мы сюда пришли. Как приходило тушение вообще? Мы тушения не видели, все по рассказам соседей. Соседи нам потом рассказывали, что... Это было в час ночи примерно. Слышали хлопки и загорелось все сразу. То есть пожар начался опять же вот со входа, да? Да, пожар начался со входа. Начался пожар. Сгорела вся крыша и весь коридор со входа. Вы уверены, что это поджог точно так же, да? Ну, мы, конечно, сами не знаем, но информация от полиции, что есть документы, что это поджог. Нашли легковоспламеняющиеся средства. На обгоревших участках вашей двери, да? Да.